Дань обычаям и традициям. В Шетском районе прошел поминальный обед памяти Коэн-Шиата, человека, жившего несколько веков тому назад и ставшим известным в своем округе как мудрый миротворец. Поминальный обед такого масштаба был дан 4 года назад. Материал Анель Шалкарбек. Сохранение обычаев, традиций и обрядов, передаваемых из поколения в поколение, является составной частью культуры каждого народа. Поминальный аст – традиция казахского народа, которая формировалась на протяжении нескольких столетий. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что интерес к прошлому молодого поколения возродился. Тому свидетельствует мероприятие, которое проводилось в Шетском районе. Поминальный обед памяти миротворца Коэн-Шиата организовали его потомки и местные деятели культуры. Перед собравшимися звучали доклады о Коэн-Ша, в которых рассказывалось о его особых чертах характера, о духовном воспитании, которое он передавал в свое время. Люди должны знать о таких личностях и помнить, говорят участники церемонии. Они акцентируют внимание на моральные ценности, которые важны и в современном обществе. Время бежит, и каждый прожитый день становится частичкой истории. И чем дальше, тем меньше у нас возможности узнать о прошлом наших предков. Поэтому сохранение культурного наследия является одной из актуальных задач, говорят организаторы. Данное мероприятие проводится в рамках государственной программы «Культурное наследие». В речах президента не раз звучало, что надо отдавать дань нашим предкам, уважать и продолжать традиции нашего народа. Сегодняшний поминальный аст как раз и свидетельствует о том, что люди, которые сделали вклад в духовное развитие, никогда не забудутся. Этот поминальный обед особый, говорят участники мероприятия. Обычно после таких церемоний многие люди расходятся и быстро забывают о значимости события. Поэтому теперь подобные мероприятия планируют проводить каждый год. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».